Рейд может кидать? Да, Вистрад, Я с вами конечно. был, вы помните Покойник, вчера? наверное. Да, не помню. Печка. Так, печка. Он спросил. Он мне А что, говорит. я долбой голду за него забрал? А, не, вот она. Прям сейчас пойду калькулятор. А, я пойду тогда пока на руки себе масло куплю. Перекину. Так, а кто вчера ушел? Петечка, купи мне масло, если Лоран утешишь. Брат, я на... ладно, помню. Надо, у меня есть, у меня есть, у меня есть. Припоты, масло есть, еще за пожелание. Всех подкризивает, да, немного? Зев купил. Блять, извини, я не хочу на это тратить по 50 голды, я бедный. Печка, я вчера потратил 30 штук. Ты ебанат. Я не понимаю. Типа, ну хватит тратить деньги на зев. Чтобы потом у Берсе было не 0%, а мы бы вайпнулись. Берса 0.2, я напомню. Надо 0.0 на экстрае сделать. Чтоб красиво. Мы настолько все идеально просчитали, чтобы не потратить лишний сил. Я хотел глыбу нажать, чтобы этот глыбе стоять. Артём, там еще есть голда. Кефир, а ты же сделал фьюзал на роге? Где этот Артём, блин? Нам же 30 припотов хватит на сегодня, да? Скажите, что да, пожалуйста. Не, ну в принципе, лича-то мы быстро убьем. Так, лич, лану будет. За отдельной голдой из кольца давайте. Трейды. Кому? Да ты иди нахуй. Ну-ка, блин, япони, снимайте на это, блять. Оскорбление в рейде, голду давай. Иван и эти трейдеры. Он оскорбил меня, голду платил. Так. Блять, у меня 30 голды на руке осталось, пиздец. А, стой, подожди, нет, сусет, стой. Держи, у меня для тебя есть голда. Да. Кто там еще кусок? Опа. Я, это ж бис. А ты не хочешь мне голду вернуть, которую я вам заплатил за проходку? Нет. Мне Яша деньги не вернул за проход. Ну, кто следующий там? Чё ты там, бля? Мои деньги я не поделал. Деньги, я сейчас дам деньги. Печка. Да ща, я гружусь. Кто еще был с нами? Бентли ушел. Не ваша голда. Так, а ты где? Советский. Сзади стоим. Да блин. А может все-таки 29, а? Не-не-не. Сука. Если и так подвигал диск, кому не сделал. А где Синсонг? Да, да и хуй его знает. Звонит, чёрт. У кого есть номер Синг? Бля, он не может спать. Кислер, ты ж зев на роге юзал уже, да? Бабок нет. Ну да, юзал когда-то. Как он вообще что дает? Ну, типа, ты когда тычкуешь, там по 40 урона вылетает лишний, знаешь. Ну и сколько этапов у тебя, ты чё там? Я не помню, это очень мало. Парни, кстати, бомбами с ранитовыми закупились. Смотри, видишь, у меня, видишь? На, нахуй. Тебе бомбу дать? Так у меня есть. Видишь? На, нахуй. А вот это барашек, короче, помнишь? Да, так у меня тоже есть. Безумные способы апнуть ДПС. Бомбы. Приманки. У кого есть ВК Синга? У меня есть ВК Синга. Ну, черкани ему что-нибудь. Ну, был 7 часов последний раз. А он реально не мог просто уснуть перед РТ и забить? Да не. Он не ты. Пошел нахуй, блядь. Погулял РТ, минус ЕП.
Че значит пошел? Все, пошли сигарзу, пока не сумоним. Арислин в танке. Потом. Пошлите по левой стороне. На чумку. Ну не по одному могу, вон, блядь, стоят эти нахуй. Пиздюки, ну в чем проблема? Кинь лужу. Блядь, где реслин? Лужу киньте, дайте на пол по нему. Блядь, дерьмись, дерьмись, пиздец. Все, в принципе, для этого я приходил на РТ дачу. Баба. Кого тебе связаться с Хингом? Там через телегу или где вы там списываетесь, кроме Дискорда? Могу на телефон вам позвонить просто. Ну, берите, спросите. Идет ли вообще или нет? Я не хочу просто кодевершить. Я планирую вторым рейдом на три босса еще сходить. Аккуратно, заведи его внутрь, сейчас откинет, блядь, собак ставишь. Да не туда, внутрь. Не туда, блядь. Сюда внутрь заведи, пожалуйста. Все проспал, но... С добрым утром, Синсонг. Давай, прелесть. Блять. Мелкого убейте сначала. И вот этого еблана. Убейте мелочь. Настя, твой первый гнев небес будет, по-моему. Данность. Прохилрейт. Ну вы там лужу разливайте хотя бы там танки какую-то там, ну, перед истреблением, когда трэш появляется. Там этот, реслин, на нем настакивается дебаф. Минус там этой броньки. Ну, за хила меньше, точнее, не броньки. Поэтому это. Там 4 стака можешь забирать. 40%.
Глю, готовь все станы вот несколько. Давай. Сокрумилки. Ладно. Падать. Убивайте мелочь сначала эту ебаную. Добейте мелкого хотя бы, пожалуйста. Мелкого добейте. А, зашли вы, забежали. А, ну вы бьете, в принципе, еще. Аристин живой. Там остатки сбросились, дерничал. Давайте встаем, тогда все заходим и бежим бить. Я вижу, что Синсон пришел. Да, можно ливать на вторую леть. Вонючка, блять. Да, будет в тебе. Да, прикро. Секру дай. Налево пошли стухнуло сначала, я буду. А, ловушки сними, пожалуй. Хотя тут халявная репа. Ладно, похуй, пошли. Мало бы все равно сюда прибыли. Становимся сюда в крест. Кидай лужу и лови трэш. Там мобов немного хп. Можем убивать. Дискон? Нет. Ну это у меня сейчас залагал. Ну отлично. Чего? Это испанский. Mm.
Эдика, расставь, пожалуйста, СПД фласки. Хилам сопрот. Ты... Танки будешь. Пойдем два танка. Да, Настя, ты ДД фласки раздай. На АП. Печеньки за АП фласки, Мирамбул за спину. Короче, смотрите танки. Заберешь, короче, на 6 стаках. Дермиш первый начнет, 6 стаков на него кинет. Дермиш, меняешь стойку на блад стойку и хуяришь босс. Только смотри, агро не срывай. Ну, становишься за спину, хуяришь. Реслин таунтишь. Там же, где он стоит, там и танчите. В обычке пельмени не летают, поэтому милики АФК просто бьют босса, ничего сложного нету. Кидаются споры на трех человек. Споры. Одну спору сюда. Вторую спору сюда. Третью, соответственно, в мелизону череп. Спора будет выноситься. Четвертая пати. Плюс Барамир, Грек, Альфредос. Растусовывайтесь около трусов недалеко. Рэндж, сколько там, блядь, сейчас скажу. Не, какой там, блюдо плевать не больше, метр. Блядь, опять забагалась хуйня, нахуй. Короче, рейндж десятку набирайте, ну, нормально будет. Не стойте рядом. Четвертая патия, еще раз повторяю, плюс Альфредес, Грек и Глю сбегаются в трусы. Третья патия плюс Барамир и Ридига и Хиллсайд Азерона, печеньку сбегаете. Одну сферку в мелизону оставляем и две по бокам. Ник, я буду озвучивать, кто куда выносит, если что. Нужно словить дебаф от трех спор, чтобы пережить ее дни. Мне кажется, урон тут большой. Плюс будем давать какой-то стейк. В принципе, это весь босс. Милики АФК манекен в основном, только если надо будет кому-то там одному будет выносить спору. РДДшникам чуть-чуть рейндж держим, отбегаем и так далее. И вот там спору. Или мне лучше печеньки? Ты можешь заблевать мелизону. Ты ж не совсем мили стоишь, ты немножко на рейнже. Заблевешь мелизону, убьешь милик. Давайте вообще на полоба. Сколько, 10 раньше ставить? Да, десятку поставьте. Ауру на каст, броню и тьма. А, тьма у нас крестовский. Тогда... Похуй, в принципе, тогда. Герас Пола будет, нет? Да, Герас Пола будет. Эдермище на пол. А чё, дэм? Дермич, готовься, чё ты там стоишь? Где ты, блядь, вообще? Три, два, один, пол. Геру дали. Так, Глю, трусы, Азерона, крест и мелизона. Взяли все споры, быстрее подошли в трусы. Пометка. Прохил. Сейчас прохил. Споры дымают. Разошлись, набрали рейндж, быстрее, РДД. Скоро блевать прям. Блевать неаккуратно. Крека прохил.
Ага, окей, я в трусы стану. Сбежали, споры утонули быстрее. Еще разошлись, набрали рейндж, прохил. Рейнджу набрали. И похоже, что перепрыгнул с прохил. А что там уже Аристин танчит? Керин, да. Ваничелла трусы. Ваничелла трусы быстрее. Окей, Ваничелла печенька останься. Утонули споры. Доля, у тебя одна спора, ты сейчас умрешь нахуй. Найс, лутаешь спору, чел. Ладно. Дермич, готовься. Айсбаунд и Сакрари, Слин, быстрее. Быстрее. Сука, вагон, блядь. Да, Альфреда, сдай ИБР по нему. Сложно подойти или что? Я озвучил, когда ты забегаешь. Ну, бля, я запечатал на пистоле, я не стоят прям. Я не могу встать нигде на 8 метров от них. Я стою очень далеко. Подходи в мелизону тогда, лутай. В чем проблема? Ребафните фанта. Бентли хилсайд. Хилсайд печенька. Бентли трусы. Подошли, утонули спору быстрее. Прохил. Разошлись, набрали рейн. Стамину дайте и этот лапку выйду. Рейндж. Полиши с Бентли Ваничеловой 4. Хеллсайд, печенька, Альфреда с трусы. Угу. Сбежали, склопанули спор. Все, разошлись, набрали рейн. Рейнж, кстати, 8 метров, не 10, но... Блевотня. Летел. Блять. Прохил меня всей синга. Сбежались мы низко споры. Трипл, печенька, печка трусы. Угу. Синг, подойди. Айсбаунд же есть уже? Сколько до избаунта? Угу. Реслинг, готовься давать сокру. Нажимайте избаунт и сокру, оба быстрее. Прохил. Прохил. Все, фул ДПС по боссу, ничего не сносит. Фул ДПС по боссу, ничего не выносит. Вот отказываешься. А? Да, кровь ты заменяешь. Не, кровь ты не убили, да? Ты вторую убили. А? Да. А у меня у босса 10% хп. Еще. Ну, бля, включи ВПН, я не знаю. Попробуй с ВПН. Кровь на грани. На грани шлем. Так, не спешите, вы сейчас мобов сагрите. В кучку подойдем сейчас и захуярим с ОЕшкой. Ну там такие же мобы, да, по 600 тысяч. Ну, ребят, вы всех фризит, я все понимаю. Ну, типа, ну... Ничего не поделаешь, нахуй. Подведите этого исследователя гриппом, грипните его там, не знаю, в кучу, дайте его еду, давайте, нахуй. Thank you.
О, боешка, ебать, тупо ломалась. Надеюсь, блядь. Так, сейчас я вспомню, что тут. Под все подъехали. А, точно, это же колба не. Тут же колба этот хуйню не кидает, проф. Это ж в обычке нету. А, ну тогда все просто, в принципе. Все становимся в один фрейм под босса в задницу, как на сурфанге. Дермиш, танчишь босса, Реслин, твоя задача, смотри. Иди сюда, я тебе сейчас объясню, что делать. Смотри, появляется маленький слизень, да? Два маленьких слизня — это один большой. Ты ловишь больших этих слизней, понял? Этих больших слизней не поворачивай, главное, в рейд. Эти, они блюют лужей такой, ну, желательно, чтобы они там блевали куда-нибудь сюда, там, туда. Не поворачивай их в рейд. Появляется большой слизень, таунтишь его. При этом, когда ты его таунтишь, когда он соприкасается с первым слизнем, которого ты большого танчил, он пропадает второй, но при этом вешается второй стак, типа, на этого слизня. Четыре раза сходишь слизни в большого, взрыв происходит. На этом взрыве я дам анонс просто все... Бля, пять есть... минут отойду. Блядь. Не, ну... Пускай он только потом мне отойдет, нахуй. Кикну сразу, блядь. Короче, когда дам анонс разбежаться с креста, все быстро оттуда выбегаем, потому что туда полетят все эти, блядь, от слизня взрывы, короче. Примерно от креста вам надо будет, ну, если бывает такой момент, что, допустим, вот условно, смотрите, стоят люди в кресте, да, кто-то, допустим, левее стоит, вы это учитываете, ну, то бишь... Оно кидается рандомно на челиков, да? Вот, допустим, если левее чел стоит, соответственно, вам надо дальше отбежать. Взрыв вот до сюда долетит, где условно какой-то чел будет стоять тут. Если вы в левую сторону будете с креста стартовать, то вам примерно вот, ну, с запасом... Простите, это... Вот с запасом сюда отбегайте, примерно где-то так. Потому что взрыв летит примерно сюда. Только слушайте внимательно, я дам анонс, там надо будет максимально быстро выбежать. После этого возвращаемся, бьем дальше босса, ничего сложного. Как-то так. Диспелить ничего не надо. У меня опять зависло. Дисклан? Да. Нет, пролагало. У кого-то дисклан. У меня все нормально. Будет. У меня дисклан. Слава богу, мы не полили. А, Дермич, да, кстати, блядь, ты тоже немножко там назад босса отводишь в это время, потому что тебя, блядь, эти взрывы тоже могут ебнуть. Ну, когда я говорю разбежались, ты назад просто пятишься, там отходишь, потом возвращаешь босса обратно после взрыва. Да какая нахуй зеленка там, блядь, все в одну точку полетит. Так, ладно, еще раз для тупых, как не сдохнуть? Очень просто, стоишь просто босса АФК, нахуй, когда я сказал взрыв, разбежался, убежал просто. Прожимаешь тапки, скачок, тучку желательно, и просто куда-нибудь в сторону стенки. Если тучку нажмешь... Это когда ты мой ник назовешь, да? Нет, это когда я скажу разбежались просто. А мы все в одной куче изначально стоим, да? Да, с ним под ЖП босса, Доля, ты на минимальный рейндж к боссу. Да, я скажу. А я могу не разбежаться, просто тучку нажать, и типа кто меня просто сдохнет, а не бездарь? Там, просто смотри, Доля... Подождите, ребят, забыл. Он будет поворачиваться, брызги слизи кидать, Доля, поэтому его хелсайды прохиливайте, его по-любому будет задевать этими брызгами. Скорее всего. Опять либо Доля... Не ваншотает. Или Доля, смотри, во время брызга в слизи, подбегай прямо в милизону, сам установись. Да, он кастует? Да, он кастует. Ну, можешь на скиллухе просто побегать вправо-влево от этой хуйни. Там через отскок, через прыжок свой гоблинский. Я СС на Долю кину на всякий случай.
Да, выкинь. Я по Альфредусу, кстати, дам на всякий случай сравнить. Его не чело, да, по эфире? У меня тоже 2700 показывает, на самом деле, хуй его знает сколько. Ну, давайте, вроде... полбафка, поехали. Это простой босс, но я не знаю, если так лагать будет, надо профа, наверное, скипнуть будет. Оставим его чуть потом, пойдем бьем более простые сразу. Потому что, блядь, на профи там с таким пингом сложно будет. Ну и Ланотель тоже самое, Синдра, блядь. Ну, вот этим ДПС еще пиздец гига нужен. Глю Редига. Я писал, что перезахожу, у меня 16 копинг. Пожалуйста, можешь сейчас читать не только ближополизников? Лежу жопу, кстати. Осуждаю, и, осуждаю. Я, понимаю, считаю, что, я считаю, что это было в мою сторону адресовано. Все, тихо, 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 тихо. Ты понимаешь, что ты перезайдешь, от этого ничего не изменится? Ну сколько стал? 20 тысяч? Не поверишь, 40. Ну вот. Реслин, блядь, ну вот, короче, вот я звездочка бегаю, вот так вот слизней можешь водить. Вот так вот стал, блядь. И вот, все. Ничего сложного. Главное не поворачивать его в речь, чтобы он не плюнул у нас в лужу. Диспелить ничего не надо, напоминаю. Тотем очищения убрать и прочую хуйню нахуй. Глю, Яши. Мы пульнем сегодня? Красава, отчет даю. Герус пула. Под боссу все, кроме Рисли. Поехали. Доля, ты лучше тогда стой, не знаю, где-нибудь правее там чуть-чуть. Ну, не по центру. Вот это вот хуйня именно. На ней, может, подъебал подходить, вот он не вот так. Диспелить и пусть забирает? Нихуя не надо диспелить, еще раз говорю. Прохиливаем просто эту хуйню и все на. Нахуй нам эти взрывы лишние, если это прохиливается. Большого забирай. Реслин, ну. Забери большого слизнюка, пожалуйста. Нажми там вот кнопку. Красава. Аккуратно смотрите еще, когда разбегаться будем. Видите лужу? Сбоку разлито. В лужу не забегите. Лужа там разливается, если аккуратно. Большого забери, Реслин. Дай сокрумил. Блядь. Старайтесь не уешить большого. Реслин прохил. Большого забери, Реслин. Да. Большого. Угу. Большого забери, Реслин. Сокрой, Реслин, дай.
Не сразу разбегаемся, ждем моей команды. Что вы, блядь, поразбегаетесь, ну, помойка. Большого забирай. Сейчас готовимся. Готовимся, слушаем, когда я скажу, дам команду. Дальше отведи Реслин только его. Постарайся. Забери Большого и отведи дальше. Как можно от рейда. Блядь, говорю, дальше как можно от рейда. Готовимся, 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 готовимся. Убежали, 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 убежали быстрее. Ушли, 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 ушли. Ушли из-под босса. Все ушли. Все, отлично. Вернулись под босса, обратно стали. Блядь, отведи немножко босса, там лужи справа, аккуратно, милики. Трипл, выйди с лужи. Блядь, дай айсмаунт. Ну, ребята, ну, блядь, ну, алё, ты, блядь, ты вообще дремишь, ты понимаешь, что происходит, нахуй? Ты не можешь босса отвести, ты не видишь, что лужа, блядь. Она сейчас просто заблевала, нахуй. Как ты, блядь, играешь, нахуй? Почему я тебе должен это озвучивать, блядь? Почему рейд должен в луже стоять, нахуй? Господи, блядь, ебать нахуй. Просто, блядь, нет слов нахуй. Открой, пожалуйста, глаза в следующий раз. Посмотри, блядь, что происходит нахуй. Где лужа находится, блядь. Отведи босса на. Просто, блядь, от брызга все умерли, нахуй. Потому что, блядь, ебаная лужа была. Я не умер. И, ребят, те, кто не понял, вам нужно, блядь, сбежаться максимально во фрейм к боссу. Чтобы эти брызги, слизи вас, ну, не ебашили. Ну, максимально прям встать в него почти модельку. Да, я уже заметил. Я не знаю, там на профи просто надо будет водить босса. Я хуй его знает, что делать. Я могу поводить. Может, ДД есть? А ходки доделать надо? Не буду. На супер простом боссе вайпаться нахуй. Там не может поставить. И в лужу забегай потом с камнем. Здесь камни не нужны, они по сути не помогают плюс-минус. Эти 4000 от хила, это запей водой, если ты от брызгов не отойдешь. Они прохилятся. Только если там сейв какой-нибудь свой отдавать. Глыбу, бабл или что-нибудь такое. Зерона. А что отдаю? Максимально под фреймбосс ставим. Кроме если. 3, 2, 1, пул.
Забираем большого. Забираем большого. Реслин. Большого собираем. Готовимся выбегать в правую сторону. Разбежались, разбежались, разбежались. Ушли, ушли, ушли с центра быстрее. Дермич сокру. Ой, избаунт и мелкий баб этот. Подъебала босса быстрее стали. Ой, подъебала за спину, точнее. Прохил. Мне мама маленький сейчас ведет, забирай сразу большого, забирай. Стойте максимально, мы пройдем. Сайда прохил. Собственно говоря, весь босс. О, блин. Показываем, что тут. Что по пингу? Сильно лагает у вас? Лагает, что все пошло нормально. Пошлите тогда принцов сначала сводим и Вальку, потом вернемся. Но у меня виснет тоже пиздец, я не знаю. Его. Сколько у тебя пинг? Да, у меня пинг показывает 33, но типа подвисание само это. Ну, типа там. Ну как раньше, там по 3, по 4 секунды показывал. Пинг типа ну нормальный, а подлагивает. А у меня 600. Неплохо. Но объект это тринкет чистый, я не знаю, хулипал. Элим и Аркан, ну типа на 3 класса. А что по чём? Ну если ты в Т10 собираешься играть, то можно в принципе, а танк тоже дерьмо. Ну, типа, нет, тебе незачем спешить, по сути. Ты 10 ты все равно не скоро девать будешь. Интересно, лучше кондера будет посылать. Не, ну, я не... Ну, лучше, но, типа, вообще Наркана и Элима, и этот... И Полипан, и Титанки. Ну, Нарашам еще можно. Хотя Нарашам есть получше. Так, короче, что тут по трэшу, блядь? А, это трэш-говно, похуй, поехали. Тут маги одни... Советника первым.
Если я на контрол. Колба 4-3 тренер. Больше никого. Ну опа, блядь, дермичи сложила, блядь. Больно. Реслин, забери, пожалуйста, трэш. Да? Заебись. Свет кипанула, да? Ну, блядь, не подойдет, блядь. Ну, отказывайтесь, лодинг, нормально. Сюда будете спускаться? Да, мам. Валился? Ресните пока тех, кто... Так, Азерон, а твой шакл по квадрату будет? Полиши, твой шакл по полумесяцу. Настя, сап по трусам дашь? Только сразу не спеши. Ну, пускай они немножко подойдут, потом дашь. И